Прилично. Задолбаешься бегать. Да, кожевка сложная. У меня самого никак руки не дойдут. Хочу себе кожевку и кузню, юву и что я четвертое? И горное. Ну что-то как-то Качай, пока. качай, кстати. Мне горное очень нужно будет потом. Это такое, что найдется. Да с десятки пока начни. Потом ты уже это замахнулся на 25-ку. О, кстати, я ходил вот с хантом вчера, еще нормальный был, адекватный. Один из всего пати. Только вот ник его не помню. Тебе надо было это персонажа амнезия назвать. И завтра, наверное, нет, завтра не знаю, будет она или нет. О, красота. Я только в понедельник с отпуска выхожу. Да. Лёха, я тебя тоже люблю. А, то это мы свое. Там смотрите, когда лупанет нормальный такой луч, отходите.
В принципе, это обычно. Здесь ничего сложного. Леха, где ДПС? Я не чувствую хила. Пацаны, пацаны, стопните дымак. Хил должен хоть как-то себя проявить. Красавчик. И вайп. Ну, Леха, в принципе, тоже любит лишнюю пачку мобов сагрить, чтобы вайпнули все. Да, Лех? Ты нехер булки расслаблять. Всяко лучше, чем, знаешь, от всяких ДК с палами, шемами получать на цирку. Ну да, ну да. Это мы вот когда с тобой, Лех? На прошлой неделе зашли? Угу. Зашли Слушай, такие герои. и двухнедельный перерыв Запрестай взяли Лока. после этого. 5500 герои такие. Пойдем-ка аренку. Надавали нам. Как Накидали нам в так, что мы полночь. там охуели. Как в полночь на Химаше, короче, выйди, спроси, кто там правил страной, да? Не смотрели этот прикол? Такси на Химаш. Я смотрю прямо наизусть, заучил что-то. Или пересматриваешь, сидишь. Леха, где ДПС? Куда ты бежишь? А ты что, Геру дал? Леха, а ты еще только добежал. Ну ты вообще красавчик. Пала вообще нет. Я сейчас порешаю. ДПСом. Да пофиг. Уиу. Сейчас дайте хоть квест сдать. А, он где-то не здесь сдается. Я понял. А где? Подожди, он же здесь должен оставаться, нет? Ну что-то я его не вижу. На карте, по крайней мере, нет. Ну,
Короче, сейчас подождем. Ну, должен быть здесь. Леха, тыкай. А квест ты потом пойдешь сдавать? Да пофигу. Не, нихера там ключи. Тьфу, там эти плечи мои, блядь. А давайте все выйдем. Это походу потому, что не все вышли с рейда. Все хоть вышли? Сейчас, погоди. Леха, ты вышел? Ну да, гружусь. Красавчик. Что-то какая-то дичь. Блин. И на кого-то, по-моему, 30 минут повесится. Давайте сейчас вот здесь ходит моб. Я предлагаю, чтобы он нас отпиздил. Мы выйдем и рехнем гер. Ну, изменим на гер и зайдем обратно. 77-го пустит разве? Чертоги или зал? Да, чертоги, камни. Не, это если регать. А если так заходи, то там пустят. Чё, так если мы выйдем, нас не выпустят, что ли? А, нихера. Конечно, у всех будет КД. Ну, кикните меня, посмотрим. Ну да, давайте покикаем. Ой. Ждем. Я пока горку покачаю. Гибрид. Угу. Лёха, это ты там гибрид? Угу. Красавчик. Ну так я аж с гибридной Украины. Гибридный лук.
Ты на арену кем будешь идти? Дестриком. А ты кнопки нажимать научился? Ну нет, конечно. Там, по ходу дела, разберешь. А чё, с пэтами надо бегать? Ни хрена себе. Пацаны, пипец. Все, Серега, топ берем. На этом сервере мы первые. 100%. Конечно. А я тут, короче, понял, нашел у себя какие-то непонятные кнопки, оказывается, это тотемы. А я думаю, это палки, да, в колеса, которые вставляются. Ну, думаю, что за хрень? Какая-то хрень ставится, что за хрень? Непонятно. Ну, вообще нормально. Панчил без формы, да? В мишке, без мишки. Что-то не агрится. Не пойму, что не агрится. Ну, нормально. Я тоже. Водный щит клацаю. Я думаю, почему не хилит? Да-да-да. Нормально. Мы запишем себе обязательно какую-то сборочку. Юмору. Включим какой-то Comedy Club и будем загоняться. У двух протоваров чел танчит. Кого там кикают уже? О, кикнулось. Еще одного. Все. Все, все кикнулись. И что у нас теперь показывается? А, там какое-то время надо, сколько-то минут подождать.
Да. ДК. Блин, вообще охренеть. Нету тупо руды. Вообще нету. Что за дичь? Там меня тоже не отображается. А там что-то около 10 минут вроде. Что предыдущего? Ну, сейчас нужно ждать. Еще сразу не регнем. 4 минуты 30 секунд. О, хорошо. Леха, ты себе портнягу будешь качать? Слушай, не знаю. Я начал травничество качать, наложение чар, кузнечное дело. Вот четвертую. Блин, на четвертую мне, я так понял, випка нужна. Ну да. А мне ее еще накрабить надо. Сколько лет нужно голосовать за этот сервер, чтобы випку тебе дали? 250 дней. Серьезно? Ну серьезно, 5-й уровень, в каждом уровне по 50 раз нужно проголосовать. Спасибо, я без випки посижу. Да, но у меня сейчас 9-я уже, или какая? На, 8-я. Леха, ты подарок небес? Я вот просто думаю, как тебе сказать, чей подарок, чтобы тебя не обидеть. Ты зачем Насте руку сломал? Отказнулась. Я в группе в чате написал, почему. Ты с ПС-кой разобрался уже? Слушай, ни хрена, вообще что-то прям как-то грустненько все. Ну я тебе говорил, что руки надо, чтобы с того места были. Да ты думаешь, что да. Что-то как-то в этом году ни с того места не начали расти. А я тебе говорил, подвязывай бухать. Да ты мне еще, кстати, помнишь, чего торчишь? Чивас? Чивас он спит. Нормально себя чувствует вообще. Да, я в курсе. Жа, чего у тебя там за порода? Я уже забыл, правда. Да этот же серый, как он. Британец. А, британец. ЧСВшная сволочь. А он у вас с бубенцами или уже без? Да нет, все уже. Допрыгался.
Добрынкался. Да-да-да. Я ему говорил, я его предупреждал. Он тебя в кофе гадил? Да, он везде гадил. А ПВП шмот... А потом одумался. В этом, в Клаке также, да? Ну да. Я вот думаю, неужели идолов никаких на друида нету? Ну там же за 75 ОД есть сверху. Он есть, я вот не знаю. Там, там он на кота получается, там только полоснуть. А мишкинского бафа никакого нету. А ты сейчас все равно ничего лучше себе не возьмешь. Так, по крайней мере, хоть 200 итем левел. Ну да, разве что так. ОД, слышишь? А эти ОД, они же, сука, фармятся раз в день, да, по 3 штук дают? Или это нужно в гер идти? Ну, или, или ж через РЛК гер. Кто? Это Лёха виноватый. О, камни за это и чести. Да. Нет. Угу. Сериальчик? Нет. Да. А можно перевести мужчину офлайн? Ой, сука, конченый инстаграм. Пить или выпить? Все? Да. Это не одно и то же. Блин, друг, давай собирай, наверное, всех, они это ватные.
О, да, люблю этот момент. Круто. Узники не вырубятся. И сейчас для полного счастья в очередь. Не, если сразу заходить, вряд ли будет очередь. Запустила. Интересно, сколько в склепе боссов будет стоять каменный один? Или буря тоже будет стоять. А чё, когда запускают? Так он вроде должен быть, типа, не знаю. Сейчас опять эти флудеры начнутся. Меч у тебя вообще дикий, жесткий, как пила. Ну, скрипт какой-то малюсенький. Ну что, полетели? О, ща это, перекину тапки. Кайфовые вообще. Ну я, наверное, после этого инста все. Завтра, короче, ну до 20 или до 22 прям максимум по Москве, может, буду. Вот. И уже потом со вторника нормально приложиться. Интересно, а тут никто не в курсе, в какие дни недели рейдовая КД вот это сбрасывается. О, наконец! Не в курсе. Каждый четверг, по идее. Не помню, какого дракона брать. Бронзового возьму. Как дракон такого медведя большого тащит? Так, куда там? В кольцевую сначала, да? Не сюда. В центр.
Блять. Табуляция от бога просто. У нас никто начертания не качает. Кто-то из девчонок качает. Так, это сейчас куда? Сейчас наверх, на кольцо. Да. Ну, не наверх, а в смысле в сторону. А, да, после этой платформы уже платформа с боссом, тоже круглая где-то есть. Еще одна такая же есть платформа с мобами. Смотрел, кто Чудо-женщину? Угу. Ничего, как, нормально? Глянуть можно. Че его так убило? Лужа, что ли, такая, да? Так, теперь получается два вот этих полукольца, и потом в центр портуется этот маг. Да. Так.
побежал, да? Это как тренировка перед рейдом этот Око Вечности. Бред, конечно, бисовый улок, он уже босса хуяли. Сука. Представляю, пойдем мы в целка, на ребре будем ребро бить, а Пет у тебя уже будет лича хуярить. Придем, тот только лут заберет. Так тоже можно. Кашникова вдвоем бьем, что ли? Угу. Сколько у нас бронзовых драконов? Да хватает. Это же обычка. В нее можно и так плевать. Заклинание. Это заклинание.
заклинание. Вы заслуживаете кары. Заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Какая заносчивость! Какая чванливость! Презренные глупцы, вы и ваши союзники-драконы победили в этой битве, но мы одержим верх в войне Нексуса. Ладно, что я на боковую. Давай. Доброй ночи. Ага, спасибо всем за игру. Да, взаимно.